К сожалению, мы в такое время с вами встречаемся, когда какая-то беда на всех на нас находит. И вот сегодня это очередная беда, которую вы знаете. И вот к нам поступило 6 человек. 7-й пришел своим входом, и он сейчас на приеме у хирурга. Из 6 человек, один человек находится в крайне тяжелом состоянии. И сейчас встречается вопрос ампутации его конечности. Но он в шоке, и вывести его из шока пока не удается. Состояние, еще раз повторяю, у него крайне тяжелое. 5 человек остальных находятся в состоянии тяжелом. У них также имеется, у 4 имеется шок травматический. Но мы думаем, что с этими больными должно быть все в порядке. Мы их надеемся вывести из этого тяжелого состояния. Ну, один из этих больных, он наиболее в состоянии тяжелом, но таком, я бы не сказал, что это называется опасным для жизни состояние. Скажу, телефон горячей линии, где это открыто в мире, и куда вы можете, куда родственники, когда посмотрят передачу, могут обратиться. Это 499-251-1455. Еще раз, 499-251-1455. Это телефон, значит, горячей линии в мире. И Минздрава, они совместно этот телефон открыли, там можно получить всю дополнительную информацию. Ну, я могу для родственников назвать фамилии, которые здесь, чтобы люди не волновались, чтобы знали, наверное, ищут своих родственников. Это Виноградов Михаил Юрьевич, Москва, Росшанская, дом 4, Черкесов Владимир Федорович, Хасанов Нурулло Хашматович, Петрухин Анатолий Иванович, Китай Сергей Леонидович, Зопов Вячеслав Владимирович. Вот эти люди, 6 человек, находятся сегодня у нас.